Ну, говори, говори, где он? Если бы это было так легко, я бы поручила это тебе. Как ты высвободила запястье, не сломав его? Ты просил, я сделала. В чем проблема? Ты только что изменила будущее. Это называется браком, милый. Так, тихо, я работаю. Она хороша. Ты заметила? Она очень-очень хороша. Это всего в нескольких кварталах отсюда. Перед домом машину украдем? Показывай. Пожарный выход. Так, когда все эти цифры на обоих приборах дойдут до нуля, тогда мы установим точное место, понятно? Так мы найдем Рори. Понятно. Зачем ты соврала мне? Когда влюблена в нестареющего бога, который ведет себя как 12-летний, поневоле постараешься скрывать дефекты. Наверное, это очень больно. Да. И запястье тоже ужасно болит. Нет. Нет, перестань. Прекрати это, хватит! Ну вот. Как теперь? Ну, давай проверим, да? Это была глупая трата регенерационной энергии. Твое превращение в сентиментального идиота ничего не исправит. Ривер! Нет, мне за тебя стыдно! Ривер! Знаешь что? Лучше тебе иметь дело с техникой.